В общем, был у нас командир взвода капитан Орлов. Вот это, про которого рассказывал. Да. Вот. И, в общем, отбирал он телефон у него. Отбирал так надолго, короче. Да. Сейчас заберет он на месяц, на неделю, да. Короче. Я вообще до сих пор не могу найти свой телефон. Меня как в 9 классе забрали, так до сих пор не знаю, где он. Ну, не в этом, не будем, ладно, старое ворочит. Ну, в общем, у нас есть такой товарищ, он во втором взводе был, Леня, да. Битель. Он жил со мной. Короче, прости нас, Леня. Меня зовут Битель Леонид, и в этом деле я уже спец, на самом деле. Тут, короче, у нас такая забава была. Мы, короче, в разведке работали. В разведке. Мы как бы его ФСБ было там. Под прикрытием работали, как бы, и сдавали, короче, этого Леню Бителя. С телефона. Специально поржать, чтобы над ним. Телефоны так плотно сели в нашу жизнь. Вот, что без них сейчас уже никуда. Но товарищ капитан их очень не любил. Капитан приходит такой, когда рано еще. Мы говорим, рано. Он такой, окей, да попозже подходит. А мы смотрим, что он там в телефоне сидит. Говорим, товарищ капитан, быстрее. Забегайте, вот он забегает. Я не хотел сдавать телефон. И дело было так. А как этот Леня Битель сидел в туалете? Он взял, спалил его, короче. Я сел в туалет. Никого не трогал, ничего не подвещало, беды. Вот, но тут постучался товарищ капитан, вот, на сердце немного поскочила дрожь. Кэп приходит такой, стучится. Стучится, говорит, Битель, где? Где ваш телефон? Говорит, в сейфе у старшины. Руки оледенели, стали резко мокрые, вот, но я резко придумал отмазку. Я сказал, что в сейфе у старшины. Он говорит, точно, Битель? И стучится палочкой-то к нему. Говорит, да точно, точно. Ну, я думал, все, он от меня отстал. Но не тут-то было, на самом-то деле. Через минут 20 приходит, он опять сидит. Он все еще сидит, да. Он такой, выходите, Битель такой. Поживее, я вас жду. Битель, поживее, выходите, я вас жду. Он выходит, телефон там, конечно, за унитаз запрятал. Думает, ну что, он дурак, что ли, не полезет же он туда. Вот, что, туалет, как-никак, чем, зачем. Обшмонал его такой, ну, да, он в трусах был так. В трусах там, говорит, ну попрыгай, чтобы там, может, в резинке где-нибудь закрепил. Ну, он попрыгал, ничего не было. Где вообще? В итоге он заходит в туалет и начал очень долго искать. Он такой заходит в туалет, такой полазил, такой, хопа, достает телефон, говорит, херово, говорит, сейф-то у старшины. И такой, поворачивайся. Такой, пацаны, говорит, смотрите, айфон нашел. Хреновый сейф у старшины. Короче, прости нас, Леня.